Лечебная вода может распространить инфекции и вызывать болезни. Канализационные отходы из ресторанов и жилых домов сбрасывают в реку Кошкар-Ата, загрязняя родниковую воду. Экологический департамент провел химический анализ на 19 участках реки и обнаружил высокую концентрацию загрязняющих веществ. Аналогичная ситуация наблюдается в реках Карасу, Бадам и Сайрам. Некоторые владельцы домов и ресторанов копают канавы для слива сточных вод, не отправляя их на специальные площадки, чтобы сэкономить деньги. Теперь за эти действия их ожидает штраф из-за загрязнения природы. Установлено, что индивидуальный предприниматель Усманова сбрасывает сточные воды в канал через канализационные трубы. В соответствии с частью 331 Кодекса Республики Казахстана об административных правонарушениях наложен штраф и выдано предписание о нарушении. Департамент проводит проверки на основании жалоб и выявляет влияние предприятий на экологическую ситуацию. Основные жалобы касаются содержания животных на приусадебных участках, сжигания отходов, распространения неприятных запахов, а также загрязнения воды и почвы. В результате проверок возбуждено 55 административных дел и наложено штрафов на сумму 170 миллионов тенге. Если поступают жалобы о выбросах вредных веществ в атмосферу, наши специалисты берут пробы воздуха. Если это связано с водой, они берут пробы воды и отправляют их в специальную инспекцию. В соответствии с этим инспекция принимает меры. В результате проверок возбуждено 55 административных дел и наложено штрафов на сумму 170 миллиардов тенге.